Здравствуйте. Я педагог дополнительного образования школы 1420 Минаев Артем Викторович. Сегодня на занятиях мы будем с вами учиться падать. Прежде чем мы научимся падать, мы должны с вами сделать разминку. Итак, повторяйте за мной. Итак, мы с вами выполнили разминку. Теперь приступим непосредственно к падению. Первое правило. Мы должны прижимать сюда подбородок к груди. И если мы падаем назад, у нас прижимается подбородок к груди. Тем самым я предотвращаю удары об пол. Так, посмотрите. Выполняем страховку дополнительно. Чтобы не отбить себе локти, я выпрямляю руки. Хорошо. Теперь с вами усложним немного задачу. Держись в положении сидя. Хорошо. Усложним задачу вместе с подсечкой. Выполняем подсечку и страховку. Пять раз в каждую сторону. Убираю руки дальше. Другой ногой и рукой. Хорошо. Следующее упражнение. Падение вперед. Выполняем из положения, стоя на коленях, поставляя руки, убирая голову в сторону, чтобы не удариться носом, и руками смягчаем падение. Можно усложнить, можно со стойки это выполнить. Раз, два,
укрепляем до конца. 4. 5. Вот такие упражнения можно делать для того, чтобы научиться падать. Но прежде чем вы захотите научиться падать, необходимо специальное покрытие. Это должен быть не голый пол, это должно быть мягкое покрытие, чтобы не повредить себе. Всем спасибо за внимание, не болейте, берегите себя. Пока!